На сегодняшний день в республике полностью выполнен план по благоустройству общественных территорий на 2021 год. В регионе привели в порядок 105 объектов, среди них скверы, аллеи и парки. На эти цели по нацпроекту «Жилье и городская среда» из федерального бюджета было выделено 107 миллионов рублей. Хотелось бы отметить, что основную массу общественных территорий занимает это благоустройство памятников для в честь наших ветеранов Великой Отечественной войны. Более 7 общественных территорий это у нас централизовано для спортивных мероприятий, и 11 – это детские игровые площадки. Благодаря этому национальному проекту жизнь наших граждан становится лучше, краше, дворы комфортнее. В республике нет ни одного муниципального образования, которое бы не участвовало в программе формирования комфортной городской среды. В число наиболее значимых вошли улица Титова в городе Закаменске, сквер в Новой Брени, аллея Славы в Кижинге, Центральный парк в Северобайкальске и площадь Революции в Улан-Удэ. В 2022 году планируется благоустроить 93 общественных пространства. На эти цели из федерального бюджета запланировано выделение 102 миллионов рублей. В настоящий момент Центр компетенции по вопросам городской среды утверждает дизайн проекта объектов благоустройства на будущий год. В этом году Центр компетенции отсмотрел уже более 80 дизайн-проектов. Мы помогли муниципалитетам с разработкой дизайн-проектов, проконсультировали по вопросам развития территорий. Отметим, что с 2017 года в Бурятии по программе формирования комфортной городской среды и нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроили уже 607 дворовых и 356 общественных территорий. Дмитрий Гамбоев и Алексей Ромашов. Новости дня.